Медицинский центр «Призма» — наш друг и партнер, и вы, конечно, можете поддержать нас на платформе Patreon по ссылке, которая находится прямо под этим интервью. Ну, а мы, конечно, продолжаем наши прямые эфиры, и мы очень рады видеть в студии Владимира Фисенко. Вот, не успела я только сказать, и уже благодарные зрители пишут ему спасибо, что вы наконец-то пришли на Укрлайф, можем вас смотреть прямо в прямом эфире. Спасибо вам и зрителям. Владимир, я, конечно, понимаю, что в последнее время вы думали не о политических изменениях в стране, потому что в этот момент... Только об этом и думал, потому что... Почему в Саудовской Аравии вы думали неизвестно вот о чем просто? Слава богу, мы там были в конце февраля до наших драматических событий, которые произошли вот в последние дни. Поэтому успел, знаете, успел, с корабля на бал попали. Нет, ну, это была такая очень интересная по форме туристическая поездка по приглашению Министерства иностранных дел Саудовской Аравии с группой коллег. Нас пригласили на фестиваль, который проводится уже второй год подряд, «Зима в Танторе». Это северо-запад Саудовской Аравии, и это место очень примечательное, потому что оно имеет древнюю историю. Оно недалеко от Красного моря, но вдоль как раз берега Красного моря на север шел древний путь благовоний и ладана. Из Саудовской Аравии, ну тогда просто Аравии, поставляли на Ближний Восток, в Египет, ладан. И вот на этом торговом пути в свое время возникло, там целый ряд был цивилизаций, причем ряд цивилизаций был еще до нашей эры, со своей письменностью, что интересно, там памятники письменности сохранились, но и следы Набатейского царства. Ну, все знают Петру в Иордании, да, вот похожие памятники, может быть, меньше по размерам, но достаточно многочисленные, причем в очень живописных местах, они там тоже есть. Ну и сами места очень живописные, потому что, знаете, это такие горы, обветренные под ударами эрозии, перепады температур, ветров. Горы, знаете, как декорации, как останки каких-то крепостей старинных, древних, очень живописно выглядит. Пески и вот очень живописные горы, знаете, там можно как бы фантазию включать на полную катушку. И, кстати, там уже и специалисты по современному искусству уже инсталляции делают вот в этих ландшафтах. Но там проводят вот в рамках этого фестиваля, помимо знакомства с археологией, вот с местным ландшафтом очень живописным, там проводят концерты. Построен современнейший концертный зал, причем он даже вошел в книгу Гиннесса, и туда приезжают звезды и эстрады, и оперного искусства. Я так понимаю, этот проект, он рассчитан, там будут рядом строить, вот, начиная с 2020 года, ну, масштабнейший проект на сотни миллиардов долларов. Не знаю, такая урбанистическая, инфраструктурная зона, НЕОМ вдоль Красного моря. Это новый фантастический город, о котором говорилось. Да, и вот как бы этот фестиваль, он рядом. Потому что там и фермы есть по выращиванию фруктов, как бы и местные животные, там, и верблюды, и прочее. Да. Ну, в общем, как бы и экзотика местная, и археология, и история, и вот эти прекраснейшие ландшафты, очень хорошие рестораны. Так что вот всем, кто интересуется Востоком, очень советую. Это очень будет экзотическая поездка, очень интересно. Так что я думаю, что как бы нам повезло, да, но мы в итоге можем выступать популяризаторами нового туристического маршрута. Владимир, ну вот я записала за вами фразу, что фантазии можно там на полную катушку развить, да? Вот касается ли это вот нового кабинета министров и последней ситуации в стране? Потому что иногда тоже кажется, что вот некоторые вещи-то неожиданные. Ну, первое, что отмечу, по поводу заявления про воду, я так понимаю, да, сейчас нет, это... Нет, про воду нужно процитировать. Вот вы можете мне объяснить, что это значит? Да, я да, процитирую. Попробую. Можно цитату? Потому что вот сегодня новая цитата появилась, уже новая. Ну, я знаю, да. Да, вот украинскую, да? Ми не будемо постачати воду для промислових і військових об'єктів. Знак оклику і на цьому ставимо крапку. Ми будемо постачати українцям воду для господарських потреб, для пиття. Хоч цистернами, хоч каністрами, хоч бутлями, ми маємо це забезпечити. Це наш обов'язок перед нашими українцями. Ми не говоримо про відновлення промислового постачання води, ми говоримо про наш обов'язок перед українцями і в Криму. Тому прохання не політизувати ті речі, не підіймати, не маніпулювати. Це о чому?
будем делать? Первое, что нужно иметь в виду, я бы, во-первых, советовал новому премьер-министру пройти небольшой курс политического ликбеза. Опять? Что делать? Тот ушел. Как бы по политическим вопросам как раз он был более подкован, немножко более подкован. Ему не хватало опыта практической экономики, что называется, и знания системы госуправления, как она работает. Он все это со стороны. То было правительство романтиков и теоретиков преимущественно. Вот здесь как бы люди более прагматичные, более практичные, но вот по таким чувствительным вопросам, ну, скажем так, вот в этом высказывании вчера во время эфира на одном из телеканалов, сегодня с утра в Верховной Раде, проявилась, ну, скажем так, его определенная провинциальность. Я скажу, может быть, очень жестко, да, провинциальный он еще. Он еще как бы немножко не вошел в курс дела, и я как бы даже публично уже так где-то в шутку посоветовал вот как бы сейчас, знаете, ему методичка нужна с четкими формулами, да, что и как можно говорить по ключевым, принципиальным для страны вопросом. Донбасс, Крым. Болезненным, да, я да. бы еще добавила. Да, и болезненным, конечно же, да, конечно же. Поэтому вот это первое. Это проявление его провинциальности, политической именно неопытности, потому что по госуправлению, как бы по экономике он более опытный, чем предыдущий премьер, хотя на центральном уровне опыта тоже нет. Это тоже проблема потенциальная. Это вот первое, что я могу сказать, как бы... Первый прокол, первая лажа от нового премьера. Вот как бы теперь это урок должен быть. Он не должен пойти по пути Арахамии. А то, что-то начал вот с копирования. Надо, прежде чем что-то говорить, надо серьезно подумать и сформулировать для себя правильный ответ, а потом выдавать его журналистам или депутатам. Вообще он очень осторожен. Вот я его смотрел вчера. Не, а можно я вернусь да. вот к этой идее? Вот, Владимир. Вы... Я, кстати, еще одна вещь, которую я объясню, почему. Появилась тема воды, но вот тут как бы оно совпало с неопытностью, и он немножко прокололся. Мое подозрение большое, тема воды в окружении президента, воды в Крым, она обсуждается. В связи с Донбассом? Да, то есть... Вот я только это хотела сказать. Дыма без огня не бывает, первым прокололся Арахамия, что-то слышал, но как бы, как всегда, знаете, ляпнул, не подумавши, да, его поправили, правда. Но, видимо, разговоры, обсуждения закрытые, не на публику, продолжаются. Этот товарищ слышал, видно, как бы проводились какие-то консультации, оценки управленческие, технологические, потому что это как бы не только политическая тема, там технологически не так просто это сделать, там как бы есть свои нюансы очень серьезные. Но вот он что-то слышал, и вот тут он, ну даже, мне кажется, не Арахамию, мне он тут напомнил Пристайко в первый месяц, да, когда Пристайко тоже хотел как бы в струю подстроиться, в тренд популярный, да, хотел раньше показать свою лояльность или показать, что он готов какие-то вещи озвучивать, и это не всегда выходило удачно. Вот и здесь, я думаю, тоже есть прокол, но то, что эта тема озвучивается, настораживает. Я думаю, что сейчас это должно стать серьезной темой для дискуссии, и думаю, что общество уже, по сути, начинает, и думаю, что этот процесс усилится, должно сформировать некую красную линию по этой теме. То есть все-таки в контексте Донбасса звучит это, да? Вот я скорее вот всего. Вот именно поэтому всего, я да. вот вас остановила, да, именно да, это да. хотела узнать. Я думаю, что тут, понимаете, в чем дело? Ну, то, что команда недостаточно опытная, это сказывается. А россияне, более прожженные и циничные во всех этих вопросах, вот они начинают расставлять, с одной стороны, свои хотелки, ну, хотелки с минами, понимаете, с минами, которые могут сработать потом. И вот тут очень важно быть предельно осторожными. Потому что, да, речь идет вроде бы о хозяйственных вопросах, экономических, но у которых очень сильный политический подтекст. И контекст тем более. И да, и тут может быть увязка с Донбассом, я не исключаю. Вот то, о чем сказала Арахамия, как бы, это уже может быть наше. Да. То есть россияне забрасывали, да, что мы ждем от вас вот, как бы, смягчения, улучшения отношений и так далее. И тогда и мы пойдем навстречу. И вот я бы вот, публично, я уже не раз это делал у вас в эфире, я бы публично советовал не идти на такие вещи. Не может быть авансовых уступок. Это было бы крайний и принципиальный ошибок. Нельзя с Россией авансом идти на уступки. Потому что они на ответные уступки не пойдут. Ну или пойдут по частностям, которые принципиально ситуацию не изменят.
Поэтому и здесь ни в коем случае, только если Россия идет на встречные уступки, на какие-то принципиальные вещи, тогда можно обсуждать и что-то взамен, как бы, или обговаривать режим, график взаимного движения навстречу друг другу, ну, в поиске компромисса. Поэтому, например, вот я думаю, что сейчас прежде всего надо акцентировать внимание по Донбассу на прекращение огня. Будет прекращение огня реальное, тогда можно обсуждать и формулу Штайнмайера, как ее закрепить в законе, и многие другие вещи. Не будет прекращения огня, ну да, можно только вот там по обмену пленными обсуждать, потому что это гуманитарная еще тема. Ну и какие-то там гуманитарные переходы на линии разграничения. То есть вещи гуманитарного характера, но не касающиеся самого процесса урегулирования. По Крыму надо учитывать, любой, даже хозяйственный шаг, как бы он должен оцениваться с точки зрения стратегических интересов, чтобы мы ненароком не признали российский статус Крыма. Вот тут надо быть предельно осторожными. Любое заявление, даже касающееся вот такой темы, вроде бы частной, но оно должно прежде всего оцениваться юристами, да, и с точки зрения наших позиций в международных судах, ну и на перспективу. Потому что мы таким образом можем, с одной стороны, смягчить нашу позицию по Крыму, а дальше Россия просто в эту дырку залезет и начнет углублять ее. Что она умеет хорошо делать. Конечно же, да. А с другой стороны, да, это потом может использоваться как аргумент, что Украина де-факто признает российский статус Крыма. Поэтому, да, мы действительно не можем, с чем я могу согласиться с премьером, да, мы не должны забывать, что там наши граждане. Пусть не все считают себя украинцами. Но, тем не менее, как бы мы не можем относиться ко всем как к предателям. Знаете, такого сталинского подхода не может быть, что все, кто там, это предатели Родины, да, никаких отношений. Как бы я противник того, чтобы полностью отгородиться, потому что для тех же крымских татар и не только. Десятки тысяч украинцев, если не больше, имеют родственников там. И это люди из патриотической позиции, люди, которые, часть людей, кстати, уехала оттуда. Да, но родственники остались, да. Поэтому полностью закрывать вот эту административную границу нельзя. Мы должны сохранять и искать инструменты влияния на Крым. Но при этом, вот как в случае с водой, надо быть предельно осторожными. Я думаю, принципиально здесь менять политику нельзя. Тем более нельзя идти на какие-то односторонние уступки, которыми Россия потом может воспользоваться. Владимир, ну и я хотела бы вас вернуть к этому кабинету министров, потому что и немножко глубже об этом подумать, и, может быть, даже стратегически, потому что сама концепция, с которой шел Владимир Зеленский, это была концепция новых лиц. Да. И эта концепция новых лиц последние годы, она ну, просто была так поднята на что хотите, на... Не хочется говорить на щит, но вот на что угодно. Планка была поднята очень высоко, да. Почти по максимуму. Да, потому что не только «Слуга народа», извините, что я вмешиваюсь, да, но и «Голос», да, поддались на эту моду, на вот эти общественные настроения. Вот это сейчас важный момент, я сейчас от него буду отталкиваться. Общественное настроение. Да, поменять кардинально элиты. Да, пусть придут во власть новые, именно новые люди предложат новые подходы и все поменяют. И вот тут я скажу принципиальную вещь. Зеленский – зеркало своего электората. Поэтому то, что было в прошлом году, это отражение вот этих самых настроений. Он искренне, реально как бы отражал, и правительство Гончарука отразило это, за исключением двух фигур. А вот дальше что случилось? С конца прошлого года можно проверить по косвенным, правда, признакам, по социологическим опросам. Значительная часть электората, в том числе и в значительной мере электорат самого Зеленского, начала разочаровываться в этих новых лицах. И это было заметно, ну, то есть обвала там не произошло. Как бы даже рейтинги партии «Слуга народа» не обвалились, они несколько снизились, но не обвалились. Но вот это разочарование в мифе о новых лицах, оно стало проявляться и подтверждалось рядом опросов. И в этом году тенденция продолжилась. И именно это имел в виду Зеленский, когда выступал, вот он сказал, недостаточно быть новым лицом. Такая же трансформация взглядов, ожиданий, установок, как у его избирателей, произошла и у Зеленского. Отсюда новый подход, который отразился и в новом правительстве. Значит, вместо ставки только на новые лица, ну, за единичными исключениями, теперь новый подход.
Я бы его назвал формулой, да, да. А ничего странного, я вам скажу. Да, хорошо, тот, просто интересно формулировки. Да. Да, у Зеленского новый подход, новая установка. Я думаю, она возникла где-то вот в начале этого года. Я, кстати, отчасти об этом говорил на вечерницах. Да, да, да. Да, да, да. Этот помню. Поход, он следующий. Сплав, как раньше говорили, сплав молодости и опыта. То есть он хочет теперь сбалансировать молодых ребят, новые лица. Часть из них остается, часть, кстати, появляется новые в правительстве. Но он хочет их усилить, сбалансировать опытными профессионалами. Некоторые, кстати, достаточно молоды, вот как Уманский, новый министр финансов. Он, как бы, как и премьер, 45 лет. Это поколение, ну, фактически это поколение Зеленского. Там, они чуть-чуть старше Зеленского, но это примерно то же поколение. Есть там и более опытные лица, но очевиден вот этот подход. Вы же опытные не связываете с возрастом, правильно? Потому нет, что, нет, да, нет. Опытный, это значит, не обязательно. Был, но... Вот Уманский, он же был много и раз. Да, он хоть и молодой, да, но он с 2009 года, он уже в обойме, и там некоторые другие точно так же рано стартовали, просто сейчас уже они имеют опыт. Ну, для примера я вам скажу, ну, ровесники, ну, чуть старше был Яценюк, да, но Гройсман ровесник Зеленского. Как бы, да, то есть это, в принципе, поколение, которое рано стартовало, просто Зеленский пришел в политику чуть позже. А это одно поколение. Но я о другом. Вот, что касается возраста. Возрастных ограничений для Зеленского в этом плане уже нет. Если раньше они были, я не знаю, я рассказывал вам или нет, это еще было до избирательной кампании в 2018 году. Мне коллеги рассказывали, которые проходили кастинг у Зеленского. Это еще было летом 2018 года. Еще задолго до начала избирательной кампании. И, значит, история была такая. С ним разговаривает коллега, специалистка по международной политике. А потом у нее спрашивают, а вы с кем-то уже работали? Он говорит, ну, конечно. А как бы мы существовали, да, мы профессионалы, мы должны с кем-то сотрудничать, работать. Ну, тогда вы, наверное, нам не подходите. То есть вот эта вот установка нужна новая абсолютно. Хотя в итоге они тоже скорректировали, там тот же Дима Разумков, да, он же тоже с кем-то работал. Ну, почему, да. Поэтому да. Они потом, например, начали приглашать в команду людей, которые были в оппозиции к Порошенко. Тот же Руслан Рябошапка и некоторые другие. Там Сергей Лещенко присоединился к команде. Но ставка на молодых была, а вот... где-то с конца прошлого года, особенно начало этого года, по мере назревания разочарования определенного, недовольства деятельностью правительства, особенно отдельных молодых министров, у Зеленского под влиянием некоторых старших товарищей, к которым он относится с большим уважением, стало проявляться понимание, что нужны и более опытные политики, которые раньше работали. Ну, я об этом рассказывал. Вот. Да. Потом уже после нашего эфира появилось имя Тигивка, а у нас оно появилось раньше. Кстати говоря, ваше пожелание про инсайды было выполнено. На вечерницах это мы рекламируем, последний выпуск вечерницы. Да, можете посмотреть, кто интересуется. Мы эту тему там обсуждали. Вот я, собственно, уже там говорил об этой установке, о том, что Зеленский вот в процесс своей селекции, отбора людей на замену неопытным и не очень состоявшимся министрам, начал искать замену. В том числе среди политиков с опытом и даже возрастных. И даже вот тот список первоначальный кабинета министров, правда, часть кандидатур потом не подтвердилась, отказались Плачков, люди. Например, да? Да, не только Плачков. Там, ну, не Плачков сразу. Да, там, например, был вот кандидат Коростелев, по-моему, да, если не ошибаюсь, могу ошибиться. Вот я его помню, на вице-премьера по обороне. Mm-hmm. Да-да-да. В промышленности, да, человек уже около 70, но он очень авторитетный. Илья Емец, новый министр охраны здоровья, он тоже как бы не молодой. Поэтому для Зеленского это не принципиально. Сейчас важно, чтобы это была сильная фигура, опытная фигура, которая бы могла стабилизировать конкретную отрасль или направление государственной политики. Но вот этот сплав молодости и опыта – это новая установка. Это, конечно, хорошая установка, но давайте посмотрим, какие подводные камни для самого Владимира Зеленского несет эта новая установка. Потому что, во-первых, он сам первый поставил под вопрос об эффективности новых лиц. Это первое. Потому что не полностью. Он не отрицает он это полностью. Он не отрицает, но... Вот я о чем он сказал сказать? Недостаточно. Да-да-да. Так что, вот, что я хочу спросить. Ведь давайте посмотрим на команду Владимира Зеленского, которая шла с ним.
Туда же входил Богдан, Гончарук, те, кто сегодня ушли в отставку. Гончарук вошел в команду уже после избрания на пост президента. Ну, так или иначе, команда какая-то была, да? Сейчас мы видим, что Нек Данилюк был и так далее. Сейчас мы видим, как команда потихонечку расползается и уходит. Не. Ну, вот, например, Богдан, да, я хочу. Людмила, правильно. Можно я сразу уточню? Нет, ну вопрос. Да, хорошо, давайте вопрос. Сформулирую, да. Главный-то. Ведь и когда вот некоторые потихонечку уходят, Рябошапка, вряд ли он ну, не потихонечку, а громко ушел. Да, вряд ли он будет тоже продолжать поддерживать хорошие отношения с президентом. Не зарекайтесь, это... приведу пример продолжим. Истории. Но вот в данный момент вот создается такое впечатление, что некоторые члены команды, и даже в том числе такие, как Богдан, которые активные были членами команды, уходят из команды президента, по крайней мере, на сегодня. И когда они уходят, кто занимает эти пустоты? Что это за люди? Ведь президент оказывается в ситуации, когда к нему приходят какие-то люди, которых он не знает, которых не он привел в политику, которых к нему привели в кабинет. И он взял ответственность за этих людей. И если раньше он мог сказать, ну, вы знаете, ну, простите, вот, я, вот они молодые, они со мной пришли, они такие, как я не знал. Да, люди могут ему это простить. Но теперь, когда ты второй раз вписался за людей, которых ты не знаешь, с которыми ты даже избирательную кампанию не прошел, это уже несколько другая ответственность. Вот как вы считаете, в каком положении сейчас будет оказываться президент? Есть ли угроза того, что постепенно он окажется, ну, как бы, вот новый кабинет может ослабить позиции самого президента? А насколько интересы разных промышленных групп учтены в формировании этого кабинета? Давайте по порядку, потому что я начну отвечать на первый вопрос и могу забыть про второй, да. Давай. Во-первых, вот сама вот эта история с командой. Правильно вы акцентировали внимание на этом? Это абсолютно естественная, закономерная ситуация, которая уже не раз происходила в нашей политике. Это первый кризис команды, подчеркиваю слово «первый». Потому что по опыту других предыдущих президентов, могу вам сказать, таких кризисов может быть не один, а два или три за время, за пятилетний срок президентства. И нечто подобное, кстати, за рубежом происходило, просто в меньшей форме. Кстати, у Трампа. Вот если уж сравнивать, ну, да, очень похожая история. Мы же не случайно, многие уже давно проводят аналогию, даже еще со времен президентских выборов, между Трампом и Зеленским. Там разница в возрасте сложная, да, неоднозначная, да. Нельзя прямо отождествлять ни в коем случае. Но тем не менее, вот, когда человек приходит, особенно не из политики, как бы вот такие вещи они происходят чаще и в более таких ярких формах. А на самом деле кризис команды, которая пришла с президентом новым, это абсолютно естественная, закономерная вещь. Любой серьезный политолог это знает. Команда, которая вместе с президентом выигрывает выборы, очень часто потом, если не полностью, то частично уходят. Президент новый через некоторое время понимает, что для управления ему нужны немножко другие люди, нежели те, которые помогали ему выиграть выборы. Это вот общая закономерность, которая была в свое время у Кучмы, очень сильно проявлена. И, кстати, у Кучмы первый кризис его команды на первом сроке президентства проявился примерно в те же сроки. Примерно в те же сроки. Да, тогда, правда, был конфликт с Табачником, ушел Александр Разумков, еще ряд людей. Виктор Небоженко, кстати, там тогда был в той же команде, отчасти, по-моему, тоже был как-то там, вот его можете поспрашивать про ту историю. Но... вот просто по поводу тут уже Рябошапки приведу аналогию, ушел, но он сказал такую фразу: «Я ушел, но я вернусь». Это, кстати, фраза Виктора Ющенко, сказанная в 2001 году. Ага, когда да. Он уходил тогда со поста премьер-министра. Да, со своим кабинетом. Да. Ага. Так вот, вот тут опять к старшему Разумкову возвращаюсь. Тогда Разумков ушел из команды Кучмы, а потом вернулся, по-моему, сейчас я боюсь ошибиться, в 98 году, по-моему, он вернулся в команду Кучмы. Да, правда, уже Табачника не было. Да. Поэтому по-всякому может развиваться ситуация. И некоторые люди, которые отходят, потом могут возвращаться. У Ющенко эта история проявлялась. Вот эта перетасовка команды, причем несколько раз. Зинченко сейчас вспоминаете. Не только, не только, не только. Я просто приведу примеры. Почему вот, кстати, по Ющенко я сказал, и там не только, как и по Кучме, так и по Ющенко, там было несколько кризисов команды. И несколько перетасовок команды у президента по мере дальнейшей трансформации, эволюции самого президента. Вот у Ющенко первый кризис через 7 месяцев.
Да, отставка правительства Тимошенко, убрали Зинченко. Кто тогда пришел? Пришел человек близкий, свой на пост главы тогда секретариата президента Олег Рыбачук. Олег ненадолго задержался. И вот, кстати, очень похоже, как тогда тасовал Ющенко, кто исполнитель. Причем Ющенко был опытный, он был премьер-министр, он уже имел опыт в политике, как глава Нацбанка, как бы, и прошел через выборы парламентские, президентские, но даже он действовал точно так же, как сейчас действует Зеленский, тасовал, искал эффективных исполнителей. Значит, после Рыбачука, я напомню, там были интриги, я просто знаю некоторые вещи, были интриги против Олега. Олега, ну он даже не догадывался, да, Олега убрали, да, и появился Балога. И Балога потом убрал тех людей, которые помогли ему осуществить этот дворцовый переворот возле Ющенко. А потом Балога тоже. Это не намек, да? Ни на кого нет. Просто. Это урок для всех тех, кто сейчас возле президента. Элегант. Что по-всякому может быть. И, кстати, да. Я вот насчет интриг, которые вокруг президента. Я уверен, точно не на 100%, и даже не на 90%, но процентов на 70% я убежден, что Рябошапка ушел в результате похожих интриг. Его подставили перед президентом. Потому что претензии, которые к нему были предъявлены, при всех проблемах, больших очень проблемах в прокуратуре, в результате реформы, переаттестации, там очень много хаотичности и дезорганизации возникло. Но главное обвинение, что он виноват в отсутствии посадок, обвинение не по адресу. Там как бы другие причины работают. Но тем не менее, вот интриги они сработали. Да и после Балоги еще потом уже на финальном этапе Ульянченко появилась. Вот как оно может быть. У Януковича было похоже. Но это же все, что в сторону деградации шло. Вот, к сожалению. Да, да. То есть это же никогда не шло по восходящей. Совершенно верно. И это урок. Потом борьба в окружении всегда происходит. У Януковича была борьба в окружении. В итоге очень близкий к нему человек, Клюев, как бы в итоге был уволен с поста первого вице-премьера, да, ушел в СНБО, да, потом его вернул, кстати, уже на должность главы администрации Янукович, уже было поздно, да, но тогда была борьба, с одной стороны Клюев, с другой стороны Левочкин, там, а потом еще семья появилась. Вот эта борьба в окружении, вокруг президента, это тоже неизбежная вещь, была при всех президентах. Поэтому вот есть объективная ситуация, вот эти перетасовки, они будут. А в случае с Зеленским надо учитывать еще один важный фактор. Он человек, который никогда не был в политике. У него нет коллег-политиков, которые могли бы его... Ну. Правильно. И вот тут, поэтому, помните, я как вам рассказывал на вечерницах, да, поэтому он иногда сейчас начинает обращаться к предыдущим президентам, кому он доверяет. Назовем к тому же Леониду Даниловичу, я думаю, он советуется и с другими людьми, да, но Леонид Данилович вот просто как человек, который был на этом посту, причем два срока, единственный президент, который был два срока, да, я думаю, что он советуется по многим вопросам, я имею в виду Зеленский, советуется с Кучмой. Это не значит, что он копирует, но вот первый срок Кучмы и нынешняя ситуация Зеленского в чем-то очень похожи. И, конечно, от каких-то ошибок он его предостерегает, но то, что Зеленский как бы вот как не политик и человек без опыта в системе госуправления, большой политики, он где-то наступает на как бы традиционные грабли молодого президента. С другой стороны, вот надо учитывать его психологию. Хотя меня там кое-кто из коллег критикует, но я убежден. Для того, чтобы понимать логику принятия решений Зеленским, надо залезать к нему в голову. Вот я пытаюсь как бы сейчас быть таким политическим психоаналитиком на расстоянии. Как бы, потому что психоаналитик должен как бы субъектом и объектом быть в диалоге, чтобы его понимать. Но по некоторым косвенным признакам я попытаюсь вот сделать реконструкцию. Вот что нужно учитывать, когда президент принимает решение? Целый ряд факторов. Во-первых, он очень нетерпеливый. Очень нетерпеливый. Отсюда вот полгода как бы этому правительству. И не собирался Зеленский менять все правительство, включая Гончарука. Хотел укрепить это правительство. Но события февраля эмоциональная, вот это вторая черта эмоциональности Зеленского, он поддает, это не очень хорошо, кстати, и вот тут вот ему надо быть очень осторожным, и надо как-то вот это компенсировать, ограничить, он очень
реагирует на эмоциональные раздражители. Ну, для примера, просто история Верховной Рады, когда он вышел и пошел разбираться реплику с Гончаренко. Не надо это вообще делать. Он не должен опускаться на уровень Гончаренко. Но это для него естественно. Правильно. Конечно, правильно. Понятно. Вот тут вот поэтому это как иллюстрация его эмоциона. Он реагирует на эмоциональные раздражители. И мне кажется, что в случае из Гончаруком и в случае с Рябошапкой была реакция на эмоциональные раздражители. В частности, вот один из эмоциональных раздражителей, их там было несколько, они просто наложились один на один и как бы привели к такой реакции. Потому что и к Гончаруку, и к Рябошапке Зеленский относился с определенным пиететом, с большим доверием и была эмоциональная близкость. Отсюда и сила разочарования. Вот его кинуло в другую эмоциональную сторону, знаете, вот это как бывает в дружбе. Вот что-то сломалось в этой дружбе, да, и отсюда потом очень негативная реакция на чуть ли не как на предателя. Вот что-то такое, ну, это я, может быть, огрубляю и усиливаю, думаю, там немножко все-таки помягче, но, тем не менее, какое-то личностное эмоциональное разочарование у Зеленского было и по отношению к Гончаруку, и по отношению к Рябошапке, и вот я говорю, он нетерпеливый. А результатов нет, но он как бы готов был еще подождать. Однако появились триггеры. В случае с Гончаруком их сразу было несколько, в частности, история с невыплатой зарплат шахтеров. Вот я тут просто эту историю, он о ней сказал в своем выступлении. Это очень важный момент. Там помимо объективных и серьезных проблем с бюджетом, потому что 3 месяца правительство не решало, как бы, ну и сколько ж можно ждать? А эта проблема все усиливается. И тут надо было принимать решение. Но по зарплате шахтерам была сугубо эмоциональная ситуация. Зеленский еще в прошлом году обещал решить эту проблему. Сейчас, я только хочу сказать, по зарплате шахтерам это уже 9 месяцев правильно. Длится. Правильно. Не, ну да. Так вот он обещал, это должно было сделать правительство, приезжает, а ему говорят, проблема не решена. И как себя должен чувствовать президент? Слушайте, это как плевок в душу. Я думаю, что он был просто взбешен. Да, он же думал, что там эти ребята и его человек, которому он очень доверял и к которому очень хорошо относился, которого защищал от атак и от отставки Алексей Гончарук, они нифига не сделали. Ну, они же не сделали не потому, что они не хотели. А вот он это же, урок... Он должен поставить второй вопрос. Почему это не произошло? Потому что это же как, знаете, это в советское время. Там, да, что там, раз Людмила, там... Людмила, все правильно, что все это? Правильно. Да. Да, но опять-таки, делайте поправку, он не политик и не имеет опыта системной государственной работы. В этом плане он неофит, и, конечно же, он на такие детали... Какие-то вещи он уже освоил. Он учится, кстати говоря. Надо дать должное, но быстро учится, и многие вещи уже очень хорошо понимает, но здесь, понимаете, вот было раздражение очень сильное. Как же так? Я обещал, ты не сделал. Фактически правительство подставило Зеленского в этой ситуации, а он такие вещи очень не любит. Вот эта вот его фраза, что он не может быть там и воспитателем, и коллектором, там, ну, то есть как бы, ну, выполнять несвойственные ему функции. Вот это раздражение, я думаю, было очень сильно, возможно, это было последней каплей. Там и рейтинги сыграли свою роль, но скорее через окружение, которое убеждало президента, что снижение рейтинга президента связано с падением рейтинга правительства Гончарука. Но вот личная эмоциональная реакция, раздражение, она в итоге ударила по Гончаруку. Вот это разочарование. С Рябошапкой похожая история, но там по-другому развивалась. Судя по всему, до последнего момента тоже президент не хотел его увольнять, колебался. То есть, с одной стороны, как бы, да, тоже... Но он жестко выступил, когда... Да, да, потому что даже, тоже... Даже, может быть, излишне жестко, я бы так сказал. Ну, потому сказал. Что тоже эмоция. Кто-то научился подогревать такое чувство президента? Не знаю. Не кажется? Не знаю. Но, поскольку я уже упомянул, что интриги вокруг могут быть, а тут еще была целенаправленная кампания против и Гончарука, и особенно против Рябошапки. Против Рябошапки она шла с ноября месяца. То есть оно тоже накапливалось, какая-то токсичность. Знаете, когда в уши капают тебе регулярно, оно накапливалось. Потом, ну, это косвенно, но, думаю, сыграло не последнюю роль. Вот, судя по последней информации, ну, появилась там скрины переписки Рябошапки с Богданом, да. Видимо, Богдан все-таки тоже как бы смягчал какое-то недовольство. Ну, и личное отношение президента к Рябошапке тоже было позитивным. Но вот что сыграло роль эмоциональных триггеров, помимо темы «весна приходит, а посадок нет», и надо было кого-то назначить виновным. То есть тут политическая логика.
для того, чтобы снять ответственность президента, надо назначить кого-то виновным за нерешение какой-то проблемы. Это или правительство, в данном случае вот кто-то из силовиков должен быть. А кого назначить виновным? И вот тут, видимо, президенту как бы начали предлагать вариант с Рябошапкой, как такой самый оптимальный. Его легче было уволить, там, в отличие от Сытника, по которому там, ну, есть проблемы с процедурой. И в отличие от Авакова. Аваков, да, это отдельная история, да, это отдельная тема. Но с Рябошапкой, вот, мне кажется, сыграли роль вот таких эмоциональных триггеров, спусковых крючков, две ситуации. История с Венедиктовой и представление на Порошенко. Здесь Рябошапка повел себя как юрист. Он не хотел не только себя подставлять, но и президента. Потому что если бы он подписал сырое представление, которое потом было бы, ну, или в суде, или потом, я знаю, в ЕСПЧ, было бы разбито в пух и прах, плюс риски повторения истории с Юлией Тимошенко, которая была при Януковиче. Но тут, думаю, что Рябошапка не хотел подставляться, и, думаю, не хотел подставлять и президента. Но Венедиктова тоже очень близка. И вот конфликт двух людей, близких к президенту, членов команды, это уже напоминает историю с Богданом Ермаком. Просто в другой форме, на другом уровне. А президент, как я вам рассказывал раньше, очень не любит конфликтов в своей команде. И вот если раньше Гончарук стал премьером благодаря тому, что он был командный игрок, а как только перестал быть командным игроком, выпал из обоймы, как только Рябошапка стал немножко конфликтно-токсичным и выпал из обоймы, перестал быть командным игроком, это сыграло против него. Последняя капля, судя там по информации, которая появлялась, это встреча с послами. И здесь опять психология Зеленского. Он очень не любит, когда на него давят. Это вот не говорите эту фразу. Вы сразу мне напоминаете, знаете кого? Анну Герман, которая выходила и говорила: Виктор Янукович очень не любит, когда правильно на него давят. Ни в коем случае не только не он, а я вам скажу. Так, это вопрос это тактики. Просто. Подождите. Это, тут я согласен с Анной Герман, да. И тут дело не только в Януковиче. Там, я вам скажу, Путин не любит, когда... Порошенко не любил, когда на него давят. Это, кстати, не очень хороший пример. Это типично... Путин, подождите, Янукович. Да не важно. Так и Порошенко здесь. Так я могу вам назвать. И Кучма не любил. Это типичная ситуация. А кто любит, когда на него давят? Вот от обратного. А кто любит? В норме, тем более в норме для политиков. Что такое политик? Это не просто политическое животное. Это политическое животное с гипертрофированной волей. Понимаете, когда я принимаю решение. Вот, кстати, в этом плане как бы, какая-то, ну, какое-то ядро, я не знаю, там, потенциал политический у Зеленского есть, в отличие от Славы Вакарчука. Как бы тут они полярные, и поэтому у Славы я не вижу перспективы, а Зеленский, как бы вот он решился, у него есть воля. Как бы вот этот волевой потенциал, как бы это то, что его, наверное, в итоге привело к политику, в политику. Но когда вот на такого человека, у которого сильное «я», у кого-то даже гипертрофированное «я», у большинства политиков, особенно государственных лидеров, оно гипертрофировано, и когда на них давят, им это очень не нравится. И Зеленский уже показывал, что когда на него давят даже очень влиятельные западные люди, а ему, например, предлагали, я напомню, Богдана не назначать главой администрации, он не послушал. И вот тут, видимо, его тоже раздражение вызвала история с послами. То есть вот тут он, может быть, это мое предположение, я точно не знаю, но, может быть, он увидел в этом поступке Рябошапки предательство. Что вместо того, чтобы пойти к президенту, как, кстати, сделал Гончарук в январе, надо было пойти к президенту, ну, знаете, повинная голова, пообещать, я не знаю, посадки. Но это уже вопрос тактики, как себя вести с президентом. Но надо было разобраться по-товарищески. Я думаю, тогда бы Рябошапка мог остаться. А вместо этого он как бы закрылся влиятельными западными товарищами. Да. Это, возможно, стало последней каплей, вызвало раздражение. Поэтому вот этот эмоциональный фактор Зеленского, его надо обязательно принимать во внимание. Отсюда, кстати, прогноз вот, в связи вот с этими увольнениями. Это, кстати, действительно кризис команды. Первый кризис команды, то, что происходило у многих других президентов, может быть, и не последний, я не исключаю. Может быть, будет через какое-то время еще один кризис, потому что он учится, он трансформируется. Я просто и хочу напомнить, ищет... что этот кабинет министров, это же не команда президента. Естественно, вот. Но это тоже было. Это, такие вещи тоже были раньше. Ну, приведу пример с Кучмой ранним, первого срока. А что? Вот он тоже пришел, у него не было готового кандидата на премьерство.
Хотя тогда была президентская парламентская у нас система. Ну, вернее, она формировалась тогда, как бы окончательно оформилась с 96 года. Но он Лазаренко, например, назначил. Хотя Лазаренко не был человеком его команды. И многие члены команды говорили Кучме, не надо назначать. И там в итоге конфликтом все закончилось. И потом тоже вот так вот тасовал. Там каждый год тогда Кучма менял премьеров. Ну, там каждый даже, год. Каждые 9 месяцев. Да, да. Ну, да, у некоторых и 9 месяцев было, да. Что-то похожее сейчас. Зеленский, вот тоже психология его. Ну, вот я аналогию такую приведу. Я просто знал таких олигархов. Ну, на региональном уровне. Значит, приходит человек, вот он собственник бизнеса. Может быть, у него и там сильные бизнес-способности, но он не занимался этим бизнесом. Вот ему это досталось. Опыта нет в этой области. Что делать? Он нанимает менеджеров. Он ищет исполнительного директора и там, других людей, которые должны выполнять как бы, работу по этому бизнесу. Не справился один. Убрал, начал искать другого. Это, наверное, неизбежно, поскольку Зеленский пришел к власти без команды. Даже, вот я говорю, у Кучмы были похожие проблемы, хотя Кучма пришел с командой определенной. У Порошенко тоже маленькая команда была. И, кстати, вот, ну, уже с новым правительством, там немножко забегая вперед. Вот давайте о новом правительстве. Да-да, вот просто сейчас вот, да, это правительство олигархов и так далее. Что не принимают во внимание? Кадровый резерв. Вот опять-таки, ожегся Зеленский, он повторяет стереотипы своих избирателей. Сначала молодые лица, и, видимо, советовали, да, вот правительство экспертов. Я, кстати, даже сейчас, получая письма, а почему Зеленский не назначит там, допустим, Датюка или Юру Романенко, да, они правильные вещи пишут, да, вот их надо назначить правительство. Так он примерно так же и назначил. Милованов, как Шереметов в 2014 году, популярные экономические блогеры, эксперты, да, кто-то там популярный НГОшник, активист и так далее. Вот таких людей он и назначил преимущественно. Ну, кого-то лично знал, кого-то рекомендовали. И что получилось? Хороший эксперт не равен хорошему министру. Управленческий талант, тем более на таком уровне, это очень такое единичное, штучное. Просто так таких людей не найдешь. Поэтому вот была ставка на вот таких экспертов, активистов, своих людей, не оправдалась. И тут кидается он в другую крайность, он начинает искать опытных кадров. А откуда взять опытные кадры? И вот тут я называю, ну, кто не знает, источники кадров для наших политиков. Первый источник – это сами политики. Но, например, Петр Алексеевич и Зеленский не доверяют этому источнику, не доверяют политикам. Поэтому и Порошенко не брал политиков, я напомню. И в офис президента других людей брал на руководящие должности, ну, за некоторыми исключениями. И в правительство тоже как бы рекомендовал не столько политиков, там кто-то был из экспертных кругов, кто-то откуда? Еще один источник – бизнес. Крупная компания. И, например, второе правительство Яценюка, 2014 год. Вот такое было яркое правительство. Там больше половины были менеджеры из крупных компаний. Что закончилось очень грустно. Ну, я бы не сказал, что совсем грустно. Да, они работу выполнили, но и не стали такими как бы выдающимися личностями. Да, как бы ситуацию кардинально не изменили. Но профессиональную работу сделали. Другой вопрос как. Так вот, это просто как пример. Вот и сейчас, я еще задолго до вот этой истории, еще в прошлом году некоторых знающих людей спрашивал, ну, потому что проблемы с кадрами были очевидны. Я говорю, откуда брать кадры? На что мне люди серьезно говорили, ты знаешь, в чем проблема? Сейчас те кадры, которые остались, которые не зашкварены, ну, да, еще как бы источник госслужащие, сильные управленцы, так у нас, значит, часть сильных управленцев под люстрацией, те, кто работал во времена Януковича. Причем там большинство не люди Януковича, но попали под люстрацию. Другая часть управленцев была замарана работой во время Порошенко. Ну, кого-то Зеленский взял, но брал тех, кто, как правило, был в оппозиции Порошенко, оказался в оппозиции к Порошенко, как Данилюк, например. А кто и остается? Те, кто работал еще раньше, почему появился эти Гибко, да, или там Хорошковский, которого он лично знал, он поработал при Януковиче, да, ну, как эти Гибко тоже, но они были люди, которые появились еще при Кучме. Но какой вот главный источник незашкваренных кадров, незамаранных в политике? Бизнес.
крупные госкорпорации. И тут я спрашиваю, у нас, значит, кто из владельцев крупных госкорпораций? В первую очередь Ренат Леонидович, самая крупная системная компания у него. Дальше Коломойский. А если он возьмет у Коломойского какие-то кадры, сразу скажет, ага, люди бени. Да, у Пинчука, ну, у него специфический бизнес. Он такой узкопрофильный, и там другая история. Если кто-то появляется от Пинчука, то очень опосредованно, не сразу можно понять, что этот человек связан с Пинчуком. У Фирташа там сложная история. Часть его компании, как бы, или предприятий частично на оккупированных территориях. Сам он в очень сложной ситуации. И думаю, что сейчас там тоже проблемы с кадрами, потому что часть кадров разбежалась. А вот, как мне рассказывали, самые подготовленные кадры, хорошие кадры и не старые кадры на предприятиях Ахметова. ДТЭК, Мединвест, там, СКМ и так далее, да. На предприятиях повезло Ахметова. Ахметову ни с того ни с сего. Везунчика. Да не повезло. Везунчика. Не повезло. Он как-то и при Люда. Порошенко хорошо Люда. Себя чувствует. Это другое. Нет, это стратегия Рената Леонидовича. Ну, вот. Неважно, кто президент, даже если он идеологически вроде бы не совсем свой, он начинает дружить со всеми президентами. Это, кстати, правильная тактика. Кстати, похожей тактики раньше всех начал придерживаться Виктор Михайлович Пинчук. Это тоже вот, и Ренат Ахметов не сразу, но пришел к такому же выводу, это самая оптимальная тактика. Но я о другом. Просто, к сожалению великому, но у олигархов, особенно вот у Ахметова, да и у других олигархов, в принципе, тоже, у них гораздо лучше поставлена кадровая политика, селекция. Да, сейчас я закончу. А второй фактор – зарплата. Понимаете, они имеют возможность приглашать за хорошие деньги хороших специалистов. Кстати, тоже, если специалист не оправдал ожиданий, он может уйти. Но если хорошо делает свою работу, он останется. Поэтому селекция кадров у них поставлена на более высокий уровень. Можно? Вот вопрос, да. Очень важный, с этим же связан, с будущим правительством. Вчера Сергей Гайдай сделал интересное замечание здесь у нас в студии. Он сказал, что, как правило, менеджеры среднего звена — это люди, которые менеджеры, вот, ну, вот, которые уровень замминистра и все прочие в разных секторах там были в то иное время. Это, как правило, уже люди. Замминистра — это уже не среднее звено, это топ-менеджмент. Вот, да. Ну, вот, средний вот, уровень — это руководители департаментов. Вот те, которые сегодня пришли в кабинет министров, они зачастую были менеджерами какого-то среднего звена. Это больше у Гончарука там часть людей. Здесь среднее звено на уровне обладминистрации — это новый премьер. Ну вот новый он премьер, говорит, да. Что, как правило, вот эти вот люди, они остаются при всех правительствах, потому что они самые компромиссные, самые безинициативные, они готовы по большому счету просто выполнять приказы, но не быть авторами стратегий, тактик и всего и все прочего. Да. Что теперь, какой у меня вопрос? Да. Вопрос у меня главный. Кто станет автором новой экономической политики, потому что старой не было пока, извините. Да? Она была, Владимира, но она диктовалась... Из, скажем так, отчасти была обусловлена нашими обязательствами по соглашению об ассоциации и была инерционной. Во-вторых, диктовалась Международным валютным фондом. Вот, теперь я, вот еще раз, это главный вопрос. Кто станет автором новой экономической политики? Это будет президент, это будет вот новый премьер-министр. И насколько новый премьер-министр обладает возможностями стратегической разработки? Ну, вот новой экономической политики, потому что даже последние отчеты всех возможных и какие там Moody's нас уже, да, что там, до мусорного, как шутят. Да не эти, до мусорного, не там, как не шутят так, наши люди, которые занимаются это акциями. Это не шутка, это как бы шутка, понижает, которая не совсем соответствует действительности. И у нас как бы такая ситуация с мусорными была и раньше, и даже при гораздо более сильных премьерах. Вынесем мусорные за скобки. Да. Кто станет автором новой? Очень простой ответ. Ну, во-первых, я вас разочарую, и, наверное, зрители тоже. Абсолютное большинство, подчеркиваю это слово, абсолютное большинство людей, которые были премьер-министрами Украины в предыдущие годы, неважно, кто это по фамилиям, не были вот такими стратегами, которые выстраивали курсы экономической политики, за отдельными исключениями. То есть, как бы, те, кто сам формулировал курс государственной политики, экономической политики, таких было раз-два и обчелся. Не так много. Значит, президент будет формировать? Нет, сейчас. Я не президент, а президент к этому не готов. Вот, ну, а да, кто? Да, а вот в том-то... Так вот, теперь кто? Да. Вот я уже сказал, что у нас, во-первых, это уже не первый год. Это, кстати, было и при Порошенко. Вот, ну, Яценюк, я думаю, что он влиял. Но и даже Яценюк, при всех своих талантах, он, наверное, из премьеров, ну, последних там, 10 лет, он был самый, как бы, талантливый.
И как бы, ну, образование у него не западное, но талантливый был человек по способностям разнообразным. И хорошо экономику знал, и право, и как бы на разных высоких должностях поработал. Но даже он не определял стратегию. Он скорее шел на поводу. Да, на поводу у, как бы, наших западных партнеров. Это в значительной мере была неизбежная ситуация, особенно в 2014-2015 году, в значительной мере. То есть это вот как пример. Даже он, хотя он был бы готов к этому потенциально. Я могу вам сказать, кто влиял. Юлия Владимировна влияла. Когда вот она была премьер-министра. Да, особенно, ну, первое, особенно второе премьерство. Вот она, у нее была определенная стратегия, больше тактики было, конечно же, но определенное понимание, куда и как двигаться, как действовать. Это скорее была такая, я бы сказал, стратегическая тактика, потому что и первое, и второе премьерство были ограничены, тем более второе премьерство было антикризисным. Как бы там накрыло кризисом, и то, что ей удалось удержать ситуацию при самом сильном падении экономики, ну, кроме начала 90-х годов. Тогда на 15% в 9-м году упала экономика. Даже в 14-15 году она меньше падала. Но, тем не менее, она удержала ситуацию, надо дать должное. У нее было определенное видение, и она формулировала эту политику, вот влияла очень сильно, именно персонально. Например, при Кучме... Там было по-разному. То вот есть, у Ющенко было или нет? Сейчас скажу. Интересно. Про Ющенко. Да, вот при Кучме, например, большую роль там, в конце 90-х, именно стратегическую роль такого мозгового штаба играла администрация, в частности, Гальчинский. Экономический. Гальчинский, старший Гальчинский, да. Он интересно. Очень большую роль играл, хотя и роль премьер-министров, особенно тактическая, была очень большая, но вот именно с точки зрения стратегии реформ, как бы формулирования плана реформ, Гальчинский играл большую роль, и Кучма к нему прислушивался. У Ющенко тут была более сложная ситуация. С одной стороны, у него было как бы понимание, куда нам нужно двигаться, некая стратегическая визия, он был визионер. Но понимаете, вот я сейчас тоже слышу, вот у того правительства Гончарука была визия, но это было правительство романтиков и теоретиков. Вот это новое правительство, оно будет более прагматичным и практичным. Визии особо я не вижу. Они будут скорее инерционно двигаться, выполняя, как сказал, кстати, Шмыгаль, выполняя тот курс реформ, который уже был начат, и который как бы был запрограммирован нашими международными партнерами в значительной мере. Вот он будет выполнять. Но коррекции по отдельным направлениям будут, это уже очевидно. Вот у Ющенко была визия, но боюсь, что стратегии четкой, такой вот проектной стратегии не было. Кроме того, он же не влиял на правительство. Ну да. Да, вот поэтому, да, правительства были сначала первое правительство Тимошенко, на которое он тоже почти не влиял. Потом было правительство, вот на правительство Яханурова, да, чуть-чуть было больше влияния. Но вот, кстати, Яхануров, вот короткий был период его премьерства, но я думаю, что у него была тоже, вот, как и у Юлии Владимировны, была стратегическая тактика. Просто он был скорее исполнителем. А вот тут вот возвращая, да, а потом был Янукович, потом опять Юлия Владимировна. Поэтому влияние Ющенко на правительство было ограничено. Там все-таки больше влияли премьер-министры по-разному. Что касается Зеленского и правительства, вот здесь надо иметь в виду одну важную вещь. Что общего между Гончаруком и Шмыгалем, я не знаю как, потому что говорят на второе слово. То, что они люди, они в тени. Нет, Зеленского. Другое, исполнители. Вот, ну, вот тут мы конечно, в Суе вспомнили про Авакова, помните, было там в свое время, что вот Аваков может стать премьером, я говорил тогда же, нет, не будет. При всем при том, что не может заменить Зеленский Авакова, он для него сейчас просто важен как стабилизатор, и нет ему альтернативы, потому что, ну, знаете, ситуация очень сложная, да, и нужно, чтобы был стабилизатор в сфере общественного порядка, на улице, в силовых структурах. Тут замены нет Авакова, но к нему нет и доверия. И Зеленский не хочет другого центра влияния. Угу. Кстати, может быть, и с Тегибко не договорились потому, ну, как говорят, что Тегибко хотел полного контроля над правительством, над экономическим блоком. Тегибко, кстати, мог быть таким тоже. Ну, что было ожидаемо изначально. Ну, да, но тут что... еще и другой фактор сыграл свою роль, потому что началась кампания. Как это так? Возвращаются люди Януковича, хотя, на самом деле, и Тегибко, и Хорошковский – это люди сами себя. Не, да, ну, но... официально возглавлять кампанию Виктора Януковича, но... вот это ж галочки все так есть. Он же ушел понимать. Еще до… он ушел. Его убрали с этой должности. Не, там, Клюев, ну, да. Поэтому там тоже, я хорошо знаю эту историю, да. Ну, правильно, но он же был конкурентом Януковича в кастинге на преемника Кучмы.
и проиграл этот кастинг. Ну, а потом же, помните, он снялся на... Да, нет. Я много могу рассказать про это дело. Я бывшей жене Тегибко говорил, что ошибка идти Сергею Леонидовичу на вице-премьерство, него сделают козла отпущения. Это была ошибка. Но это отдельная история. Но неважно. Но вот и Тегибко, еще больше Аваков, они могли стать центрами влияния, самостоятельными, самодостаточными фигурами. А при Зеленском пока, во всяком случае, может быть только моноцентричная система принятия решений и управления. Главный центр принятия решений и влияния на систему власти – сам президент. Теперь вот ключевой вопрос. Кто может быть таким… Кто заказчик? Да. Если Гончарук и Шмыгали исполнители, то кто заказчик? Но еще раз напомню, что пока вот было дело так, что ключевые направления, что нам делать, они задавались нашими партнерами. А дальше люди, которые были в окружении Зеленского в экономическом блоке, замглавы Офиса президента по экономической политике. Сейчас Юлия Ковалев, она представляет тоже крыло либеральное, которое в принципе считает, что политику не надо менять. Да, точно так же, как и Гончарук представлял это крыло. Вы думаете, она будет сформировать? Нет. Экономический блок правительства придерживался, включая Минфин, придерживались той же позиции. Вот сейчас, я думаю, позиция поменяется. Стратегически направление не поменяется. Думаю, земельную реформу, потому что это уже принципиальный вопрос для самого Зеленского, ее доведут до конца. Другое дело, в процессе реализации, как только начнутся проблемы, они начнутся неизбежно. Возникнет история, как и с медицинской реформой сейчас. Надо будет делать коррекцию по ходу. Вот это мой прогноз на будущее. Но по финансовой политике, я думаю, что сотрудничество с МВФ сохранится. То есть МВФ будет формировать нам финансовую... Подождите. Поскольку мы слишком зависимы в этом плане для финансовой стабильности, особенно перед угрозой кризиса, надо с ними договариваться, вот тут придется согласовывать. Но Уманский, новый министр финансов, вот это, на мой взгляд, одна из самых сильных фигур в правительстве с опытом антикризисным, очень сильный специалист по финансам, по бюджету, один из немногих в стране, кстати говоря, их на пальцах можно пересчитать. Вот я думаю, что он будет, во-первых, более жестким переговорщиком и более принципиальным с МВФ. Во-вторых, напомню одну историю. И вот где могут быть в перспективе коррективы. Хотя там готовых рецептов нет, но он ушел в свое время с должности первого зама министра финансов, он был замом у Ерейска, из-за принципиального несогласия с известным соглашением с нашими приватными кредиторами. Когда мы пошли на реструктуризацию внешнего долга по приватным кредиторам до 2020 года, а потом вот эта мина замедленного действия. Кстати, Уманский первый об этом сказал, что это будет ограничивать наш рост. Потому что все, что выше 4%, тогда экономика страны будет работать не на страну, а на кредиторов. На кредиторов до 40-го года. Да, это греческий сценарий, я думаю, что он неправильный. Вот тут я думаю, что новый министр финансов, он, с одной стороны, будет сконцентрирован. Это отчасти ответ на ваш вопрос. То есть я думаю, он будет в финансовом плане, в плане финансовой политики, вот таким мозговым центром. Но именно, во-первых, по решению двух проблем. Даже трех, я бы сказал. По решению трех проблем, я думаю, он будет мозговым центром. Первое, как закрыть бюджетную дыру сейчас, о которой сказал Зеленский, 16 миллиардов гривен. Потому что она касается текущих проблем, но это одна из сейчас, такой нарыв, который сейчас надо купировать. Его надо залечить. Вторая проблема, очень серьезная, которая, кстати, может накрыть это правительство и сделать его жертвой сакральной, это глобальный экономический кризис. И, кстати, сам Зеленский сказал, что, намекнул, что одна из причин замены правительства – это вот надвигающийся экономический кризис глобальный. Он не был уверен, что то правительство с ним справится. Поэтому искал более надежное, более профессиональное правительство. Поэтому вот подготовиться надо к кризису, нейтрализовать потенциальные риски, которые возникнут с этим кризисом, в том числе и бюджетные, и финансовые. И третье, это уже на перспективу, это что делать вот с этой проблемой этого соглашения с кредиторами. Тут нет простого решения, я даже загадывать не буду, это не моя компетенция, но я думаю, что он будет думать над этим.
В широком смысле, вот такого стратега, к сожалению, нет. В широком смысле. Ну, а кто они ищут его, хотя бы, ищут да, его, ищут не пожарная милиция, а ищут президент Украины Зеленский, ищут глава офиса президента Андрей Ермак и ближайшее окружение президента. Ищут днем с огнем, ищут, где этот человек. Те, кому предлагают, кто-то не хочет, ну, думаю, что одна из причин отказов, умные люди ж понимают. Конечно, грядет кризис. Я же о чем и говорю. Грядет кризис, и да, никто не хочет быть вот таким агнцем на заклание, понимаете, сакральной жертвой, не хочет подставляться, в том числе и своей репутации профессиональной. Кстати, в свое время Пинзенок ушел из правительства Тимошенко, но там были бюджетные разногласия, не захотел подставляться. Это был принципиальный шаг. Да, поэтому и вот сейчас очень похожая история, как бы, кто понимает глобальную экономическую ситуацию, понимает, что сейчас идти это, ну, знаете, рисков 90%, что ты проиграешь, и 10-15%, что ты можешь как-то все-таки вырулить ситуацию. Это еще много, да. Да, пан или пропал. Но это очень условно, не будем пугать зрителей, да, загадывать. Оно по-разному может сложиться, но это вот объяснение. Пока нет такого. Во-первых, у нас, я вам скажу, людей со стратегическим мышлением, раз-два я обчелся. Не, ну хоть не со стратегическим, ну хоть понять, куда там в чем проблема? Вот я сейчас, Люда, еще, знаете, я скажу вот про одну такую вещь принципиальную, потому что отчасти фоново, не прямо, но фоново повлияло, боюсь в этом признаться, но это тоже догадка, гипотеза, но мне кажется, это чуть-чуть сработало. Как бы повлияла вот эта кампания против соросят, которая, это чушь полная, как бы о том, что предыдущее правительство было правительством Соросом, полная чушь. Это было скорее правительство людей вот с либеральными макроэкономическими, даже с либертарианскими макроэкономическими взглядами. Но в чем проблема? Там же проблема не в том, что они как бы вот по кальке действуют, то, что написали им, вот как действовать, или дают указания из Брюсселя и Вашингтона, что вы должны сделать. Это тоже чушь, это не соответствует действительности. Но у них стереотипы. Это люди вот этой неолиберальной макроэкономической школы. Вот у них есть набор стереотипов, как надо действовать. Монетарная, финансовая политика. Я уж не говорю, там, ну, есть подозрения, там немножко играли с курсом. Как бы это есть проблема. Как бы, и думаю, что тоже Зеленскому, ну, судя даже по прослушке, об этом говорили. Но эти люди одной школы. И те, кто в офисе президента, и те, кто в правительстве и вокруг него. И вот тут проблема. Почему я об этом упоминаю? Как бы, ну, президент, как бы, возможно, на него это немножко повлияло, и он как бы сейчас хочет более независимой политики в том числе. А вопрос, а кто ее готов проводить? Вот, ну, а вот теперь, да, Людмила, вот теперь главная проблема. Чего не понимают все критики соросят, кстати, там очень лагерь, который не может предложить альтернативы. Вот, кстати, тоже. Они-то критики. Ах, как плохо внешнее управление. Ну, во-первых, мы сами, выбрав европейский вектор, европейскую интеграцию, мы сами согласились хотя бы частично, ограниченно на вот это внешнее управление. И каркас этого управления – соглашение об ассоциации с ЕС. Ну, поэтому, ребята, тут есть красная линия. Мы или остаемся в европейской интеграции, или тогда что взамен. Да, основная часть критиков – это пророссийские политики, пророссийские СМИ. Вот это надо тоже понимать. Это сознательная критика, направленная на разрушение прозападного вектора украинской внешней политики. Сознательная. И этот выбор в ту сторону не примет, ну, как минимум, половину украинского общества и более активная часть украинского общества. Вектор в сторону России не будет принят. Да. И часть критиков – изоляционисты. Связанная часть с Коломойским, ну, есть и независимые как бы критики, но это наши варианты изоляционизма, условно наш трампизм. Но Америка себе, в Америке традиция изоляционизма очень давняя, она себе это может позволить, и то, как бы отказ от статуса великой державы, который влияет на всю мировую политику, это просто так не пройдет и для Штатов, и для всего мира. А вот у нас, есть ли экономическая политика, экономическая альтернатива у людей, которые вот говорят, нам не нужны советы, и как бы вот эта школа неолиберальная и западная, они проводят провальную политику, она неправильная, она плохая, нужна альтернатива. Вопрос какая? И кто готов быть идеологом этой экономической альтернативы и взять на себя ответственность за такую политику в правительстве? Вы знаете таких людей? Я вам скажу откровенно, я не знаю. Ну, не если знаю. Брать из пророссийских сил, какие силы нет, вы называете? Нет, это не исключено, это просто, ну, да. А какие вы да, силы я скажу даже больше. Насчет из пророссийских. Я скажу больше.
Слушайте, ну да, там есть, конечно, как бы, как вот в случае с Азаровым там было, да, и то там Азаров тоже колебался, да, вернее, как он хотел и нашим, и вашим, как бы, и европейская интеграция, хотя он ей не занимался, и союз с Россией. Да, но там как бы и при Януковиче, и в ОПЗЖ даже, как бы при всей их вот этой риторике, на самом деле, когда речь доходит до реальной экономической политики, до реальной, они начинают действовать по лекалам неолиберальной экономической школы. Тогда я назову, кто готов. Юлия Тимошенко готова? Нет, Юля может быть, да. Юля может быть такой альтернативой. Вот она пока единственная, я могу да, назвать. Да, да, да. Из политиков, да. Из говорю из экономистов. Да, да. Вот из экономистов, да. Вот кто может быть идеологом, да. Кто пойдет под такую политику. Я говорил об этом, да. Она может быть новым Орбаном, да. Потому что, ну, кстати, история с Орбаном, потому что сейчас вот ссылаются. Вот Орбан. Слушайте, экономического чуда в Венгрии не произошло. И венгерская ситуация социально-экономическая далеко не самая хорошая в Восточной Европе. Она гораздо хуже, чем у поляков, и даже хуже, чем у Словакии. Вот это просто для сравнения. Там как бы да. Другое дело, что это вариант такого, я бы сказал, прагматичного, достаточно эффективного популизма, но это всегда штучный вариант политики. Скопировать, повторить ее невозможно. Невозможно, да. Конечно. Я соглашусь, да, что как бы альтернативой определенной может быть Тимошенко. Но Тимошенко, как пример, неприемлемо для Зеленского. Неприемлемо для целого ряда политических лагерей. Поэтому теоретически это возможно, если вдруг политическая ситуация так кардинально поменяется, как бы, что вот избиратель дадут ей карт-бланш. Если все рухнет, да, не дай бог, конечно, но если все рухнет. Ну да, конечно, да, тогда кто-то должен спасать ситуацию. Но тут другая проблема. Вот мне кажется, что немножко Юлия Владимировна чуть-чуть заиграла с этой риторикой про внешнее управление. Это не работает на ее рейтинг. Тут я уже говорю как политолог. При всей симпатии определенной к Юлии Владимировне, понимании ее талантов, я говорю, она может быть реальной альтернативой, но, как оказалось, на рейтинге вот эта риторика не работает. Рейтинги почти не изменились. Там, если есть прибавка по некоторым вопросам, не очень большая. Тут другое дело, что вот как бы да, надо как бы понимать, что там может быть в случае, если вдруг там вот и это правительство как бы окажется несостоятельным. Хотя, с другой стороны, вот я вспоминаю историю с правительством Гройсмана. Вот сейчас, когда тогда, 16-й год, вот вы сейчас скептически... Мне кажется, ситуация полегче была, нет? Полегче. Давайте у Гройсмана честно, полегче, вот, да. Так да? Вот, и именно поэтому второе правительство Яценюка не таким плохим было. Они свою задачу по оздоровлению экономики путем непопулярных мер они сделали. Но они оздоровили экономику. Поэтому как бы фундамент у Гройсмана был. Но я к чему? Просто тогда не все, но некоторые говорили, ай-яй-яй, вот тут же правительство технократов, такие либералы, такие яркие фигуры, молодые, яркое правительство. А тут приходит серое такое правительство Гройсмана, и доминировал скепсис. Говорили, что оно не продержится там и полгода, максимум год. 3 года продержалось, даже больше. Хотя каждый год ему прогнозировали. И оказалось... скажем так, весьма неплохим. Оно держало статус-кво. Оно обеспечило стабильный экономический рост, маленький, на уровне 3%, социальную стабилизацию определенную. Другое дело, и вот тут я подхожу еще к одной базовой, системной причине отставки уже третьего правительства подряд. Да, другое дело, что правительство Гройсмана не решило тарифную проблему. Главный раздражитель для простых украинцев. Я уж не говорю в широком смысле. Низкие доходы, мизерные просто нищенские пенсии. Это просто ужас. Знаете, когда мне просто люди говорят, ну как жить на 2000 гривен? Конечно, и что сказать людям? Да, 70%, конечно, согласно статистике. Конечно же, да. Так вот, вот эта тарифная проблема... Я об этом с прошлого года говорю, что, ребята, вот это главный диссонанс. Если это правительство не будет решать эту проблему, оно его похоронит точно так же, как похоронило 2 предыдущих правительства. Ну, в политическом смысле. Ну, понятно. Да, оно убивает рейтинг, как бы становится причиной непопулярности. Вот и здесь та же самая история. Да. Поэтому вот это вот все, о чем мы говорим,
Это уроки, вызовы для нового правительства. Если оно не сможет хотя бы показать, как решить, ну, из тактических задач, вот бюджетная проблема, бюджетная стабилизация, это номер один сейчас, она касается в том числе, кстати, индексации пенсии, там, зарплаты шахтерам и так далее. Затем стратегически, а как дальше развиваться? Коррекция политики, экономической политики необходима. По финансовой политике, я думаю, что вот Уманский, скорее всего, он предложит некую стратегию коррекции финансовой политики. Кстати, думаю, не исключено, слухи уже об этом есть, вопрос там, кого на кого поменяют, да, но я имею в виду, возможно, и замена руководства Нацбанка Украины. Судя ну, по да, всему, уже, да. Да, это тоже как бы есть уже предмет недовольства для Зеленского, вопрос, на кого поменять, тут надо быть предельно осторожными. Но тем не менее, какая-то коррекция здесь возможна и может быть существенная. Но тем не менее, какой может быть вот эта новая экономическая политика, вопрос открытый. Поэтому, скорее всего, она будет инерционной. Да, за некоторыми коррекциями по отдельным направлениям. Вот медреформа будет некоторая коррекция, уже очевидно. По финансовой политике будет некоторая коррекция. Ну, может быть, по отдельным направлениям также. Владимир, спасибо вам огромное. Извините, что задержали, но все же очень хороший, же тем, интересный разговор. Да, столько же тем интересных. Владимир Писенко был гостем прямого эфира на Украл ФТВ, за что мы ему страшно благодарны. А вы оставайтесь, и мы благодарны нашим спонсорам на платформе Patreon и, конечно, нашему другу партнеру, медицинскому центру Призма. Спасибо.